Тест-тур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тест-тур. Вдохновение отдыхом. Сегодня президент Андрис Берзинш вместе с латвийскими семьями зажег рождественскую елку на Ратушной площади. На мероприятии присутствовали 20 семей из городов и краев Латвии. Перед зажжением елки в доме Черноголовых для них состоялось праздничное мероприятие. На мероприятие были приглашены семья Апинисов из Салоской волости, Бутлерсов из Раунского края, Гориных Дроздовича из Милтинского края, Храпановс из Даугавпилского края, Емельяновых из Илкста, а также многие другие. www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал.